Здравствуйте! Вас приветствует канал СПВКомп. Дело в том, что многих пользователей интересует вопрос, где взять и как устанавливать обновления для любимых игр. Да нет ничего сложного в этом. Есть специальная утилита, которую можно скачать с нашего сайта. Вот она. Скачать PS3 Game Update Download Tools. Утилита скачивания обновлений для игр PS3 и RPCS3. Скачиваем. Ссылка будет в описании под видео. Открываем. Здесь две утилиты. Рассмотрим главную. PS3 Game Update Download Tools. Нажимаем на нее. И сразу кликаем сюда. Здесь нам предлагается, в какую директорию будут скачиваться все обновления. Если вы не согласны с тем, что предлагается, кликайте сюда и выбирайте любую. Меня устраивает это. Поехали дальше. Можете ставить галочки, можно нет. Кликаем сюда. Теперь нам нужно следующее. Заходим в папку с эмулятором, и тут есть интересный файл. Games называется. Вот на него нужно кликнуть. В нем находится вся информация об ID дисков, которые уже есть в эмуляторе. Вот он нашел целую кучу. Если вы все хотите скачать для всех игр, все обновления, даже которые вам не нужны, они уже стоят, просто кликайте сюда и все. А если вам нужно что-то отдельно, то вам нужно немножко отредактировать то, что он нашел. Допустим, меня интересует только God of War. Тогда все остальные я удалю. Код диска 0510, я это помню. Вот код диска от God of War. Кликаю сюда. Сейчас он соединится с сервером. Нашел. Есть обновление. Весит всего лишь 5 мегабайт. Кликаем сюда. Download. Начинается скачивание. Все готово. Open Download. Вот специальная та самая папка, которая была создана. Он сюда скачал нужное нам обновление. God of War 3. Вот она есть. А как его теперь установить саму игру? Заходим в эмулятор. К сожалению, у меня уже стоит эта версия, но неважно. Файл. Install PKG. Диск C. Update. God of War 3. Все, моментально все было установлено. Вот в колонке версии мы видим, какие игры нуждаются в обновлении, а какие нет. Если вы видите вот такие вот апдейт, то они нуждаются в обновлении. Допустим, Diablo 3, код диска 2036. Давайте найдем ее в нашей утилите. Кликаем сюда. Мы все удаляем, кроме 2036. Код диска. Готово. Есть обновление до последней версии, которая почти 37 мегабайт весит. Download. Скорость скачивания зависит от вашего провайдера. Готово. Открываем. Диабло. Вот оно и обновление. Теперь его устанавливаем. Файл. Install PKG. Диабло. Готово. Теперь версия 1.0.3 стала. Так можно делать для любых версий эмулятора. Это вот была 9-я версия. Давайте попробуем на более новой. Возвращаемся первоначальному экрану. Выбираем, допустим,
Здесь. Опять коды дисков. Если вы знаете конкретную игру, то можете оставить только ее. Но нужно знать ID его. Давайте это я удалю. Найдено обновление для Twisted Metal. 115 мегабайт. Пускай скачивает. Ага, оно разделено. 53, 24, 19 еще одно будет. Готово. Открываем. Twisted Metal. Вот они все. Обновления для игры Twisted Metal. Теперь восстанавливаем. Да, нуждается в обновлении. Здесь немножко иначе называется. Install Packages или RAPS. Папка, которую мы указывали для скачивания всех обновлений. Twisted Metal. Поехали. Первое обновление. Готово. Обновилось до 1.03. Второе. До 1.04 обновилось. Следующее. 1.05. И последнее. 1.06. Вот до последней версии обновилось. Есть и другая утилита в архиве, с помощью которой также можно все обновлять. А вот и она. Здесь все очень просто. Сюда нужно вставить ID диска. Это не оно. Давайте посмотрим, какие ID диска есть у меня. Ну, допустим, пускай будет Uncharted 2. Блеск 2.0, 757. Указываем. Выскакивает окошко. И здесь предлагается вот целая куча обновлений для данной игры. Кликнув «Скачать», вы закачиваете в ту директорию, куда вот захотите сами. Вот такие полезные утилиты я предлагаю вашему вниманию. Надеюсь, видео было полезно. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал spvcomp, ставьте лайки и заходите на наш сайт spvcomp.com.